Успешное финансовое будущее, уверен, ждет лауреатов интернет-премии и ТИБА-2018. Итоги сегодня подвели в Минск-арене и наградили лучших по количеству заявок. Очередной рекорд. В этом году желающих посоревноваться в высоких технологиях было 330. Участников разделили по 10 номинациям. Здесь органы госуправления, порталы для детей и даже интернет-магазины. Несмотря на серьезные дискуссии в комиссии, критерии оценки у жюри были едиными. Это удобство использования, красота исполнения и, самое главное, доступное содержание. Самое важное, то, что у нас организации самых разных форм собственности, самых разных профилей деятельности, они действительно начинают воспринимать вот это онлайн-общение как одну из принципиальных каналов коммуникации с гражданами, со своими коллегами для презентации своих возможностей, для привлечения новых клиентов. Интернет-премию ТИБА вручили в 16-й раз. С 2003 года в конкурсе приняли участие более 7 тысяч порталов. И это говорит об одном. Отечественный сегмент глобальной сети успешно развивается и завоевывает популярность у пользователей.